кассетный магнитофон, кассетная дека, фирма Sony, модель TC-KB920S, QS, серия QS. Это высшая дека в этой серии. Следующие вещи уже идут ЕС-овские. Значит, она трехголовая, двухмоторная, сорбоновый механизм у него, как бы там такой полиуретан, мутан, что-то я там читал, гасит вибрации, в общем, для лентопротяга это очень хорошо. Вот, кассета, держатель керамический, вот даже тут написано, керамик кассеты, холдер. Вот, она имеет вот такой дисплей красивый, зелено-бело-красный. Вот, значит, есть ток подмагничивания в ручном виде. То есть калибрацию нажимаем, покажу. Биас и калибрация. Значит, имеет на борту Dolby BCNR HX Pro, MPX фильтр, вернее. Монитор, само собой, потому что она трехголовая. Значит, ручка записи и баланс. Кассетоприемник не электрический мотор, но приятненько открывается и закрывается. Вот, ну что, значит, имеет функция поиска по нулям, memory. Такие вот memory, обнуление. Перемотка, поиски по паузам, до 30 пауз. Рекмьютинг есть, хорошая функция. Кто пишет вот с такой функцией, как раз потом будет раздел по 10 секунд. И можно будет вот этим АМС-ом искать эти паузы. Он ищет, отсчитывает. Если запишите на кассеты до 10 пауз, он 10 программ вам и воспроизведет. Но не воспроизведет, а как вы нажмете, например, там, если у вас 10 записано пауз, нажмете 5, он вам 4 пропустит, на 5 включит. Значит, выходы у него и входы позолоченные, 24 карата, как полагается. Значит, серийный номер вот такой. Питание у него 220 вольт, несъемный хвост. Производство, само собой, Япония. Made in Japan. Ну, давайте попишем. Калибруем сначала, значит, включаем калибровку, пауза, так, это я не пауза, это он воспроизводит. Так, калибровка, как у нас, значит, 0 memory. Нет, опять пошла. А, о. Так, паузу-то надо отпустить. Калибровку включить. Вот. Значит, это у нас биасик. Вот эти точки, чуть больше точек. Так, а это ток подмагничивания. Лупанем. Побольше. Так, вот такие вот отношения по калибровке ручки, такой биас на этой кассете. Значит, ну что, будем писать. Обнуляем. Ставим memory, чтобы потом искать. Так, значит, включаем фонограмму. И в путь. Это идет с источника. Если нажмем кнопочку монитор, вот это уже запись.
ровно стоит. Не буду его крутить, пусть. Здесь вот тоже отстает, как бы канал, это такая запись. Сейчас мы слышим то, что записывала эта дека. Ну, само собой, у ней автостопы после окончания воспроизведения. Соответственно, после перемоток тоже влево-вправо срабатывает автостоп. Есть выход на наушнички, тоже позолоченные, 6,3 мм. Состояние, в общем и целом, неплохое. Морда передняя алюминиевая, аж звенит, когда ведешь пальцем. Корпус металлический, само собой. На ножках, на красивых. Так, попробуем Rec Mute. Про что я говорил? Вот мы ее нажимаем, она отписала паузу. Так, ну что, перематываем. Мотает быстро, четко. Значит, заменены пасеки. Вот запись. Проверка, что это запись, пауза, плей. And her brothers and sisters were still asleep. Barbara looked at them and closed her eyes again. Then she quietly got out of bed and started to pack her suitcase. She... Так, номер отключим. Значит,
Вот если play, по идее она должна вот на первую паузу, которую записал, остановиться и включить этот английский язык. Вот. And her brothers and sisters were still asleep. Barbara looked at them and closed her eyes again. Ну, мотает что влево, что вправо. Молниеносно. Такая дека. Прошу, как говорится, любить и жаловать. На этом все.